телеканала Fashion TV. С вами Виджей и Катя Гусева. Мы находимся в Казахстане, в городе Алматы. И сегодня здесь состоится второй сезон Savage Fashion Weekend 2018. Мировые дизайнеры, яркие коллекции и, конечно же, самые топовые гости ждут нас сегодня и прямо сейчас. Все-таки это событие, оно идет 3 дня, второй сезон. Что в этом году, в 2018, будет такое, что вы даже сами не ожидали? Я не ожидала, и действительно, вчера гости мне эту мысль подсказали. Мы на фэшн-неделе соединили музыку и моду. И у нас вчера звучал оркестр Виктора Осачева. Сегодня у нас звучит симфонический оркестр Марата Бисингали, гений, которым гордится вся страна. Завтра у нас Нино Катамадзе, Грузия. Она зажигает, она уже в Алмате. И это здорово. Для меня мода – это звук, это искусство. А искусство и звук – это жизнь, это музыка. Ну, то есть, как бы вот живем, живем, радуемся, наслаждаемся и все это дарим людям. Мы делаем свой показ от компании Savage, мультибренда, знакомим с очень многими брендами. Нет направления, есть все, что сейчас модно. Мне кажется, это должно понравиться. И у нас ждет сюрприз небольшой всех, потому что у нас, не буду говорить, вы увидите. Второй показ – это показ дома Амен, итальянцы. Дизайнер тоже здесь, я счастлива. И хозяин дома этого тоже здесь. И третий показ – Айгуль Куандыковой. Я очень люблю этого дизайнера казахстанского. Мне бы хотелось, чтобы мир увидел этого дизайнера, потому что она очень перспективная. И познакомился мир с этим дизайнером. Ну вот так, поэтому сегодня Алмата зажигает, Алмата делает моду. Ксения, добрый вечер, рада приветствовать вас в Алматы. И Fashion TV России сегодня освещает это громкое событие. Второй сезон это проходит здесь, и благодаря Лиле, Алексею, событие, мне кажется, яркое. Скажите ваши впечатления от сегодняшнего показа и от этой атмосферы. Ну, мне кажется, очень хорошая работа стилистов. Вообще, я считаю, что Savage действительно заслуживает внимания. Там большое количество марок, достаточно редких и круто подобранных, в том числе Zero, Ackerman и так далее. Поэтому мне лично очень нравится их подборка. И хорошая работа стилистов, то есть очень классный микс вещей, очень правильно подобранных, поэтому хороший показ. Я могу судить конкретно по организации этого мероприятия. Мне кажется, все на очень хорошем уровне, прекрасная атмосфера, все круто организовано. И вот это действительно выглядит все неплохо. Я здесь первый раз. Я вот приехала сюда посмотреть собственными глазами. Тогда первое впечатление, первый показ уже прошел. Все-таки вы человек, который связан с очень серьезной модой, и нам важно ваше мнение. Мы очень похожи на то, что происходит на Западе. Ну, может быть, чуть меньше концентрация, да, не так много моделей и не так много рядов, скажем, да, как на других показах, но все впереди. Я так понимаю, что это все-таки не десятилетиями длится здесь недели моды, это довольно свежее, поэтому мне приятно видеть знакомые лица, мне приятно видеть Наташу, которая представляет бренд Rubeus, мне приятно видеть стенды Яны Расковаловой, мои подруги, и очень талантливые дизайнеры, интересные, поэтому я хотела посмотреть в том числе и на то, как их здесь любят ли, ценят ли, насколько. Вот, поэтому мне приятно как раз видеть, что все это имеет место быть и имеет успех здесь. Алмата Fashion Days, организованная Savage и Лиле Рах, для меня это самое главное событие Средней Азии, потому что я уже второй раз его посещаю. Теперь уже в качестве президента Международной ассоциации байеров International Buyers Hub, где Лиле Рах возглавляет Генеральный совет. Ну, вы вообще стали очень мега крутыми за 2018 год. Ну да, после врученной вами премии Байер года. Все пошло, да. И на самом деле знаковый день, потому что и Лилия получила в прошлом году награду для магазина Savage. В том числе я в этом году привожу ей награду от Союза русских байеров отдельно. Savage лучшему магазину. На самом деле сейчас просто мода, это уже не так интересно, как интеграция моды и искусства, и культуры современной. Именно поэтому вот формат культурного мероприятия в модной сфере, а не просто ивент, не просто показ, а именно интеграция, был ансамбль Виктора Осачева, вот куда был вчера. Показы тех дизайнеров, которые никогда в Казахстане еще не были. И на самом деле мало возможность увидеть эти фэшн-шоу живьем. И здесь такой шанс. Все лучшие дизайнеры мира приводят сюда, очень важно. Потому что организаторы такого масштабного шоу Лилия Рах и Алексей Джен. Естественно, это будет просто вот в таком формате грандиозно, шикарно и the best. Вообще мы этот, когда проект задумывали с Лилией, мы хотели соединить классическую музыку с брендами моды.
с высокой модой. Надеюсь, это получилось. Сегодня будут очень классные коллекции и будет мировая звезда Марат Бисенгалиев живым звуком выступать. А завтра будет выступать Нино Катамадзе. Ну, то есть у вас прям фэшн, мода, музыка. Да, совершенно верно. Скажите, вот почему именно выбрано это помещение? Вы знаете, мы просто смотрели очень много, мы не хотели отели или какие-то такие пафосные помещения, мы хотели, чтобы это ничего не отвлекало, чтобы люди могли слышать и видеть, и наслаждаться, и что-то для себя новое открыть. У меня потрясающее впечатление от всего увиденного, уже второй день. Лилию Рах знаю уже много-много лет, около 30. Все модные тенденции, которые происходят в мире, Лиля несет нам в Казахстан, в Алма-Ату. И мы очень рады, что Лиля живет в нашем городе, что она наша соотечественница. Мы ее очень любим и уважаем. Это прекрасно. Мы посмотрели этот показ. Я в восторге, какие вещи, какие наряды. Но вы знаете, атмосфера здесь просто великолепная. Я посещала огромное количество Fashion Weeks по миру. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан. Я думаю, что группа «Savage» сделала не менее его событийным, не менее могущественным, красивым. И этот вечер действительно гимн моде. И я очень рада быть сегодня здесь. Мне очень нравится. Мне нравится оформление, мне нравится атмосфера, музыка, люди. Вообще все прекрасно, очень красиво. Вот вы ожидали, что все-таки в Алматы может быть такое фэшн-событие западного уровня? Да, на самом деле ожидала, потому что я знаю, кто это делает, и этот человек профессионал в своем деле. Жалко просто, что она не начала это делать давным-давно. Мы даже не ожидали, проехав по миру, и мы видели множество всяких всевозможных фэшн-вик показов, и Лондон, Париж, Милан. Но я честно скажу, здесь это что-то с чем-то. Это мой первый опыт в Алма-Ате, и на самом деле проект очень интересный, и мне очень понравилось шоу. Я привез сюда несколько брендов, включая Rubeus, который будет представлен завтра. Конечно, сегодня был показ очень замечательный, стилисты поработали очень хорошо, гости очень хорошие, все очень хорошо прошло. То есть настоящий фэшн? Да, это настоящий фэшн, конечно. Мой первый раз в Казахстане, в Алма-Ате. Мне очень приятно здесь быть и, надеюсь, получу приятные ощущения, хорошее настроение. Ну вот скажите, уже как вам эта атмосфера, которую все-таки, мне кажется, они создавали довольно-таки долго? Да, и как я знаю, это такого уровня впервые Лилия организовывает, но я вижу, что все организовано на очень высоком уровне, и думаю, сейчас начнется красивое шоу, и мы в этом утвердимся сами лично. И какие пожелания для организаторов, потому что месяцы подготовки, большая команда работала, большое количество VIP-гостей из России. Что еще им пожелать? Куда двигаться дальше? Безусловно, событие очень значимое для Алматы. Сама организация, масштаб, креативность, да, просто зашкаливают. Хотелось бы, чтобы это мероприятие на постоянной основе проходило в Алмате, расширило свои границы и, возможно, шагнуло бы дальше. Почему нет? Лилечка, Лилия Робертовна, дорогая, ну что, за бешеный успех, за торговлю, больше сил, больше энергетики, больше всего самого крутого. Люблю тебя. Я хочу пожелать нашим организаторам, чтобы каждый год они становились лучше и чтобы побольше стран узнали вот о таком масштабном проекте, как у нас в стране. Я желаю ей успеха во всех ее начинаниях, во всем, во всем. Но все, что она делает, получается всегда супер прекрасно. Лиля, продолжай в том же духе. Я тебе желаю успеха во всем. Я ей пожелаю не останавливаться, но хотя я знаю, что она не остановится, она такой человек, и у нее хорошая команда и команда поддержки, поэтому хочу пожелать ей просто терпения и того же стремления, которое у нее есть сейчас. Я даже не знаю, что пожелать, потому что здесь все, что нужно, есть, полностью нафаршировано, и даже автопати, и настолько теплые приемы, это все. Спасибо Лилира, спасибо Джену, да, за это вот все. Прекрасное такое чудо, которое у нас в Алматы почаще такие показы. Новых ощущений, хорошего персонала, профессионального и больших продаж. Телеканал Fashion TV поздравляет организаторов Savage Fashion Weekend с грандиозным событием, которое прошло в Алматы. И, конечно, я не могу не отметить,
это было потрясающе. А дальше будет только лучше. Мировые бренды, самые лучшие дизайнеры и самые красивые события, которые может делать только Лилия Рах. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшне. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.